Лето в Татарстане наступило незаметно. В праздничные дни среднесуточная температура значительно превысила норму. Погода была не просто теплой, а жаркой. В последние дни в Казани установилась необычайно жаркая погода, которая характерна для июля месяца. Потому что в дневные часы температура поднимается за 30 градусов, а ночные температуры тоже очень высокие, порядка 18 градусов. Жители Казани еще совсем недавно ходили в пальто и куртках, а 12 мая температура воздуха превысила рекордные показатели. Вчера у нас был, по данным нашей метеостанции, температура была 33,9 градуса, чего не наблюдалось с 1875 года. То есть практически лет 140 такой температуры не было в этот день. Все дело в том, что к нам пришел теплый тропический воздух с юга. Мы находимся под влиянием гребня высокого давления. То у нас как бы установилась антициклональная погода, дневная температура благодаря высокому радиационному фону быстро нарастает, идет сильнейший прогрев, и это все нам обеспечивает вот эти температурные рекорды. Аномальная жара продлится недолго, уже к концу этой недели температура воздуха будет понижаться. В последующие дни в связи с выходом циклона с берегов Каспийского моря у нас состоится понижение температуры, и она придет в климатическую норму. По прогнозам Гидрометцентра России, уже 17 мая в пятницу днем ожидается 17 градусов тепла, а в субботу и воскресенье 16 градусов днем и до плюс 8 градусов ночью. В среду и четверг стоит ждать небольших и кратковременных осадков. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз.